купе в фирменном вагоне поезда «Волга». При входе огромное зеркало во всю стену, во всю купейную дверь, кнопки регулировки радио, вызова проводника, свет, лесенка. Правда, ну, скорее всего, брать коляску, которая находится на верхней полочке на чердачке. Здесь две вешалки для одежды. Поручень, съемный поручень для нижней полки. Впервые такой вижу, обычно он откидной. Тут он съемный. Около нижней полки розетка с кнопкой вызова проводника, причем как с левой, так и с правой стороны. Два независимых включателя света. Вот, следующая часть купе отделена шторкой. Откидной стульчик. Нашим приоритетом в работе является обеспечение вашего комфортного и безопасного путешествия. Уважаемые пассажиры, дисплей во время голосовым, пожалуйста, соблюдайте правила. В поезде не допускается курение даже электронных сигарет. Где, когда, а также распитие спиртных напитков с исключением помещений вагона-ресторана. В целях предупреждения актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта соблюдайте бдительность. Сидим. При обнаружении вагона запасы вещей, приемлем дозрительных лиц, об этом. Хоба. И тут ничего себе. Еще полочка нижняя, полочка верхняя. Экранчик, где мы едем. Стульчик для сопровождающего. Вот такая вот окошечко классненькое. Ну, стационарное кресло инвалидское.